Интересные подходы к воротам. Вообще было много интересных моментов в той игре. Уверен, эта игра тоже не заставит нас заскучать. Ты говорил о составе. Под третьим справа, под пятым номером Поляков. Средняя линия слева направо. И Бонг, девятка на краю. И мост... Да, что касается состава сборной Казахстана, в воротах сегодня 12-й Шацкий, тройка центральных защитников, второй Малый, 22-й Морочкин, третий Алип. Отмечаю, наверное, этого футболиста, защитник санкт-петербургского «Зенита». Сборная Казахстана, который пока еще ни одного матча в Лиге нации не провел, он как раз подъехал, наверное, на эти важные матчи, тоже представляющий московский ЦСКА, поэтому понимаем, что такой очень серьезный буст для сборной Казахстана. Ну и понимаем, что единственный нападающий под 17-м номером Амбетов. Кстати, три мяча в этом сезоне Лиги нации Амбетова, поэтому поражал ворота сборной Беларуси как раз в первой игре этого розыгрыша. Поэтому, опять же, с этим парнем стоит быть повнимательнее, поаккуратнее. Асхат Тадыгиберген из Тобола. Ну вот, говоря про нападающего, ты говорил про Амбетова. Кстати, Амбетов из Астану родной тоже только пока три гола забил. У него такая стабильность и там, и тут. 4-4-2 играет Беларусь. Вот как раз на ваших экранах те самые... расстановки команд, и играем мы против 5-4-1 у казахов. Несмотря на то, что команды располагаются совершенно на разных полюсах турнирной таблицы, казахи возглавляют ее с 10 заработанными баллами, белорусы замыкают с двумя. Да, все правильно, я с тобой соглашусь. Данил тоже говорил в ходе нашего на старте репортажа, что белорусы единственные, кто смогли отобрать очки у казахов. Это арена, это поле для них родное, это тоже, конечно, плюс для коллектива Магомеда Адиева. Но и у нас интересная связка, пара нападающих, это Богомольский, Савицкий. Помним, что очень хороший сезон проводит Егор Богомольский. Из Минска он поехал в чемпионат Азербайджана, за Нефчи играет. И понимаем, что хочется верить, что сборная себя тоже сумеет показать. Но вот опять же это сочетание Савицкий-Богомольский, не сказал бы, что неожиданное, но довольно такое интересное. Поэтому посмотрим, как эти футболисты... Ну давайте отойдем от реалиев азербайджанского периода карьеры белорусского нападающего и смотрим за атакой, очень неплохой. Ну, вот, кстати, Макс и Бонг был, понимаем, то есть есть Поляков, есть и Бонг, который кранам, но вот пока видим, что попытка заброса. Сейчас за спину центр дефом, вновь на Амбетова, но Хаткевич играет на выходе. Ой-ой-ой-ой-ой, это нарушение правил, и это прям такая откровенная атака голкипера, и прямо в лицо Хаткевичу. Ну вот, как раз повтор этого эпизода, вот давай посмотрим. Не, ну здесь вопросов нет, то есть нарушение чисто в исполнении Зайнутдинова, и там как раз Аразов еще получил желтую, потому что, на мой взгляд, Богомольский точно может сыграть на втором этаже, а Савицкий может сыграть внизу. Да, хотя понимаем, что Георгий Кондратьев отмечал, еще один удар есть, но не точно в исполнении Климовича. Так вот, отмечал Георгий Кондратьев, что, опять же, есть дефицит. Исакович не подъехал, хотя тоже были варианты. Довольно опытного Хвощинского, который тоже в Минске забивает немало. И раз уж мы говорим о том, что есть у нас проблемы с нападающим, почему... Отличная попытка, смотри-ка, в ближний проверить, как себя чувствует 12-й номер. Не заснул ли там Шацкий, но Шацкий не засыпает, хотя и... в чемпионате Беларуси, поэтому здесь в этом плане, да, это сказывается, момент может получиться у сборной Казахстана, вот это смещение хорошее, будет ли удар, но не точно, не точно, это, кстати, Аразов был. Может, как раз-таки поэтому и стоило вызвать Богомольского и Хвощинского, как Минск, ты помнишь, довольно много играет на искусство. Пас направо. Забросы здесь. Удар! Вот это сейф от Хаткевича, но вопросы к обороне у меня есть. Что же такое, когда подобным образом дают несколько раз ударить Хаткевича? Или просто повезло? Давайте посмотрим повтор. Раз, два, ну... Да, здесь благо, что, конечно, Дарабаев пробил по позиции Хаткевича, но вот это контратака. Да понимаем, посмотри, что... как классно. Нел одной ногой, тут же сам развернулся. Контратака белорусов, смотрите-ка. Пока рассуждали о том, как быть здесь... с нашей обороной. Наши парни быстро сподобились на классный ответ. Но тут вопрос, неужели игра раскрывается? Неужели команда сейчас без центра поля будет действовать? Потому что довольно неплохо. Сейв Хаткевича, сейв Шацкого. На тот момент, да, понимаем, нет, но теперь очень неплохо Дарабаев, кстати, отскакивает для получения мяча. Аразов, момент у сборной Казахстана, удар есть! Первый залетает, и первый залетает, забивает сборная Казахстана. Отличный гол отмечаем. В исполнении Габышева центральный, ой, простите, центральный крайний защитник из Астаны.
забивает. Казахстан для того, чтобы вскрыть нашу оборону. Ну и вот смотрим, кто сделал передачу. Это Аразов. Вот так вот вывел Габышева, который в него дело просто оставил Хаткевича. Поэтому 1-0. Сборная Казахстана ведет. Нам придется перестраиваться. И сейчас нужно раскрываться для того, чтобы к концу первого тайма отвечать своим забитым мячом. Но опять же, уже немало проблем по ходу этого первого тайма доставил Аразов. И вот сейчас именно он ассистирует Габышеву при первом голе. Но у нас очередной шанс для белорусов. Подача, возможно, шансов в первом тайме больше не будет. Удар головой, еще становится 1-1. Павел Савицкий. Савицкий забивает головой. Вы это видели? Да, и вот они штрафные, вот они стандарты, по поводу которых мы говорили. Здесь ошибается сборная Казахстана, но и Савицкий. Вот оно, будем говорить, возвращение. Прекрасный удар, шансов Шацкому не оставил. 1-1 в самой концовке первого тайма забиваем. Ну и, соответственно, идти сейчас на перерыв с равным счетом. Подача Печенина, все пролетают мимо мяча, но Савицкий просто красавец. Не выключился из эпизода, пробил, ну и, как говорится, здесь привет Шацкому передает, поэтому 1-1, сравниваем счет, ну и наконец-то все-таки получается забить. Да, видимо, что вообще все, никто мяча не коснулся, кроме Савицкого. Ну и Шацкий так по-товарищески похлопал по голове Савицкого, понимая, что до мяча не достает. Возможно, тоже не выключился из момента до конца, молодец, но Савицкий был быстрее. И подъехали, мы говорили по поводу Лисаковича, Полетевич, Селява, они были в составе, но травмы, к сожалению, подкосили. Они вне ростера на эти матчи со сборной Казахстана и сборной Словакии, поэтому... Варианты будут, поэтому смотрим сейчас второй тайм. И хоть Аразов, именно Аразов делал голевую передачу на Габышева при первом взятии ворот Хаткевича. Еще одна подача, и здесь мяч покидает пределы поля. Это Зайнудинов, ну и, соответственно, Аймбетов под 17 номером. Это единственный нападающий сборной Казахстана. 5 минут второго тайма, выводы делайте сами. На мой взгляд, опять-таки, нет определенного фаворита сейчас. Опасно, и здесь совсем-совсем рядом со штангой проходит мяч. Помогает, по-моему, тот же Малый. Смотрим повтор. Даже не уверен, что Малый наносил там этот удар, если Поляков, честно. Поляков будет угловой, еще один сборной Казахстана. Да, да, и дает свисток капитан казахов у мяча. Подача! И это чудом просто не залетает мяч. Каким образом здесь Малый не замыкает эту подачу, я себе не представляю. Коллеги, смотрим повтор. Ну, будем как честны, здесь? Малый простил сейчас нашу команду. Могла сборная Казахстана во второй раз на матче выходить вперед. Какое они получили после первого взятия ворот. Ну вот, сейчас это Габышев, вы посмотрите, что делает Габышев. Ну, не было здесь нарушения правил, судя по всему, да, Габышев падает. Ну, и снова посмотри, насколько обыгрывает, смотри, обыграл одного, второго. Голкипер обыграл, ну и здесь уже падает, наверное, вряд ли выпрашивал Габышев. Я думаю, что просто от осознания собственного бессилия нет здесь зацепа. Да, он же падает просто потому, что чувствует, что мяч ушел. Хорошее забегание от Печенина. Успеет ли тот? Успевает. Неплохо. Двоечка. Нужно выходить один на один. Можно выкатывать. Можно бить. Есть удар. Защита отрабатывает на все 100. Да, будет угловой. Сейчас понимаем, что сегодня с игры не получилось. Забили. Но отмечаем передачу на Печенина. То есть просто шикарная. И Печенин пытался найти Савицкого. Немного не хватило. Конечно, очень здорово в этой ситуации. Морочкин играет. Да, второй номер сборной Казахстана. Но будет угловой. Они очень опасны, поэтому посмотрим, что сейчас придумаю у Владимира Шацкого. Подтягивается в этом показателе сборной Казахстана. Понимаем, что добавили именно во вторые 45 минут игры еще один удар. Это Аймбетов. Если не ошибаюсь, был именно он. Да, 17 номер. Перекладина ворот Хаткевича. Здесь, опять же, в концовке матча нужно играть максимально внимательно. Да, опасный момент. И давайте признаемся, возможно, не такой опасный, как по старту второго тайма. Но, тем не менее, тревожный звонок для нашей команды. Раз за разом видим. Просто не будет. Опасный сейчас, опаснейший момент. Что же это такое? Как же так? Передача. И здесь казахи имеют полный шанс за поворотом. И это 2-1. Ну как же так? Ну как же так? Да, на самом деле, сами себе этот гол привезли. Будем говорить именно так. Придумываем проблемы, потом пытаемся их героически решать. Это Зайнудинов. Это ЦСКА, это сборная Казахстана. 2-1 вновь придется отыгрываться. Но тут вопрос, что время... Начинают с центра. Вот повтор. Да, крайне неудачно Яблонский здесь сыграл. К сожалению, это с него все это дело началось. Неудачный отскок. Ну, а с другой стороны, отмечаем классную игру нападающего сборной Казахстана. Да, то есть говорим про Аймбетова. Опять же, смел этот футболист сборной Казахстана насолить нашей команде. То есть в прошлом матче забивал, сейчас ассистирует Зайнудин. А, здесь видим, что... Да, опять же, эти вары...
которые очень быстро начинаются, быстро заканчиваются. По поводу пенальти смотрели. Но Печенин получает зеленый свет. Вот такой момент. Есть удар и Шацкий! Сейвище Шацкого, ну просто невероятен. 12 номер сейв невероятного уровня. Не обыграть, а Малькевич на газоне подняться пока не может. Ну вот видишь, это тот эпизод, по поводу которого мы говорили. То есть вот во втором тайме он 100% будет. 1-2, как воспользуемся. Но здесь Шацкого, конечно, не сумели пробить. Классно действует Громыко, выкатывает налево на Печенина. Тот может отсюда вешать хороший навес. Слома Яблонский, удар слева Яблонского рядом с воротами. Хотя, я думаю, что в концовке матча Яблонский хорош. То есть два удара в исполнении... это Ибонг пробил. И стоит отметить то, что момент неприятный для Ибонга. В любом случае, учитывая, что проигрываем, еще и если травмы, опять же, сверху будут накладываться в преддверии матча со сборной Словакии, где каждый футболист максимально важен. Это, конечно, момент очень неприятный для Георгия Кондратьева. Да и, в принципе, тренер Шойбем работы проделал. Это Гиберген. Поэтому помогает сейчас сборная Казахстана ощущать красоте и идти к этой победе. Но, опять же, время еще есть. Я думаю, что одну-две атаки не даст все-таки. Все-таки не даст румынский арбитр. Поэтому сборная Казахстана одерживает победу. На сборной Беларуси 2-1 Зайнудинов принес победу, принес 3 очка. Понимаем, что сборная Казахстана на первой строчке. 5 матчей, 13 очков. Это просто шикарный показатель.